И еще из моей коллекции миниатюры покажу вам своих собачек. Это стекло, это ручная работа. Чишка, мопсик, может быть пудель. Это ЛФЗ, собака винтажная. И да. И с клеймом К. Пес, возможно, производство Европа. Ну, как бы здесь уже видно. И может быть винтаж, но не антик. И вот моя коллекция миниатюрок.